Привет, друзья! Сегодня выходной день, и я хочу пойти в горы, потому что я очень люблю горы. И я сейчас собираюсь, у меня есть рюкзак, он небольшой, но для короткой прогулки по горам этого хватит. Конечно, я беру с собой телефон, зарядное устройство для телефона, фонарик. Еда. Небольшой перекус. Конечно же, термос. Термос с чаем. Я очень люблю китайский чай. И, конечно, фотоаппарат. С помощью него я и буду снимать сегодняшний поход. Поехали! Так как у меня мало времени, то на завтрак сегодня китайская лепешка. Сладкая и острая. Сначала я поеду на китайском метро. В китайском метро всегда много людей. А сейчас я еду в китайском автобусе. Это автобус. Китайский рынок. Здесь китайцы продают все, что только можно. И на китайском рынке я купил себе нож. Хе-хей! Теперь я смогу очистить яблоко. Я приехал ко входу в парк. Ю-ху! Вот, наконец-то я вижу гору и небольшой пруд. А еще там поет китайская женщина. Я поднимаюсь в горы, в гору, вот туда. Осталось немного. Я пришел к какой-то китайской беседке. Пагода. Симпатично. Я поднялся на вершину этой беседки, и отсюда просто потрясающий вид. Конечно, немножко все портит китайский смог, но все равно красиво.
Так, мне запретили здесь находиться. По-моему, в этой беседке кто-то живет. И охранник сказал мне, что мне нужно спускаться. Поэтому я спускаюсь обратно. А это собака. Классная. И прямо вот здесь, на горе, китайцы выращивают себе овощи. Вот маленький огород. А вот здесь еще один. Вот, там разные овощи. Прямо вот здесь на горе. А почему бы и нет? А сейчас я уже спускаюсь с горы. Я иду туда. И я считаю, что человек обязательно должен бывать на природе. Мы все живем в больших городах, в мегаполисах. Каждый день мы встречаем огромное количество людей. Это высасывает нашу энергию. Мы должны быстро бежать на автобус. Мы должны не опаздывать на работу. Нам постоянно нужно спешить, бежать. Наши нервы расшатываются. И когда мы приходим в горы или в парк, или видим озера, природу, мы эту энергию восполняем. В городе мы ее тратим, мы ходим на работу, мы ходим в университеты, мы ходим с друзьями в клубы, в бары, на концерты, на выставки. Все это требует энергии, мы ее расходуем. Но на природе мы ее восполняем. Мы видим деревья, горы, воду. И это все помогает нашему уму расслабиться. Это прекрасно.